Всем привет! Сегодня я придумал челлендж. Смогу ли я собрать абсолютно все буваки из верхнего мира? Не считая Bedrock, командный блок и невидимый блок. Да, эти блоки мы не будем добывать, потому что их вообще невозможно. Итак, вот он я. Спавнимся на... Кстати, иногда будет озвучка, потому что, ну, я не могу по-другому вам показывать. Итак, для начала надо срубить дерево. Так. Первый блок готов. Ну, блин. Второй блок готов. Да, я не буду... Я когда найду идеальное место для жилья, я тогда уже начну ставить блоки, которые я нашел. Да, и мы не будем добывать блоки из ада, потому что, ну, какой смысл? Ну, есть один смысл, но я хочу из... Верхнего измерения. Все, абсолютно все блоки. Давайте, потому что интересно, мы узнаем, какие блоки есть на версии 1.17 в верхнем мире. Да, это непознавательно и интересно. Блин, вот это у меня удача, ни одного саженца. О, наконец-то. Так, теперь давайте добудем. Березу, это же тоже сюда считается как блок. И мне нужен обязательно хотя бы один саженец. Потому что мы сможем посадить еще такое дерево. Ладно, так. И... Блин! И все. Теперь давайте ломать лесу, пока нам не выпадет саженец. Ну супер, везение. Просто супер. Когда уже саженец выпадет, этот тупой. О, саженец! Все. Готово. Я там другие дерева нашел. Давайте из када будем. Давайте два. Потому что нам еще и стекло нужно сделать. Так, и два блока земли. Потом узнаете зачем. О, ну там идеальное место. Просто идеальное место для дома. Ладно, это дерево я вряд ли целиком срублю, так что давайте саженец искать. Блин, ну это будет долго, а с моим везением-то... Ну, кстати, если вы увидите меня в лайке, то не надейтесь, то, что я в ближайший месяц буду там запускать ролики. Ну, не ближайший месяц. Ну, время, да. Ближайшее время, потому что мне как бы некогда. Так, вот. И давайте сделаем верстак. Почему бы и не так? Верстак. Давайте поставим его вот сюда. Как основу для дома. Палочки и кирка. Я думаю, то, что у меня будет за это все время надритовая броня. Так. Кстати, вот сюда вот прокопаем. Ну, блин. Мне как-то страшно. Я могу упасть. И, блин.
потерять все свое, все свои вещи. Так, давайте немного так добудем еще на печку. Добудем. Так. Ну, давайте еще парочку, так, чтобы было 20. Все, 20. Ну, блин, ну давайте с помощью земли. А ну где у меня жизнь? Земля абсолютно везде. Ладно. Меч, топор, кирка. А еще пешка. Ровно хватило, даже осталось. Офигеть. Я поражаюсь им способностью. Ровно 16. Чтобы абсолютно ровно хватило, нужно, чтобы абсолютно 100% ровно, нужно что-то. Так. Так, кстати, если вы хотите узнать, сколько у меня время, когда я записываю. Вот столько, блин. Ладно, тут не придется. Не обойдемся. Вот сейчас вы наблюдаете, как я строю дом. Да, это я немного. Блин, ну я не спешу говорить. Ну я немного так поспешу, но вообще не спешу. Это немного быстрее. Очень быстрым ходу все это я сделал. Ну ладно, давайте я не буду вам мешать смотреть это видео. Ладно, все. Это моя первая озвучка в этом видео. Обалдеть, я успел. Блин. Сейчас ночь. Надо взять АФК-бункер. Потому что у меня нет. Как бы... Шерсти для кровати. Вот, я взял вот такой вот бункер. И буду наблюдать, пока не наступит день. Ну и вот, теперь вы наблюдаете, как я ждал, пока наступит день. Я ждал. И пока я ждал, и мне вообще надоело ждать. Мне просто надоело, я просто отошел. Вообще не трогал телефон. И пока я отошел, наступил день, да, день наступил, пока я... Отошу, ну вот, как видите, я еще скрафтил тут дверь, поставил ее. Ну, не поставил, но вот так вот сделал, чтобы наблюдать за мобами. Потому что я не знал, чем себя другим занять. Вот я наблюдал за скелетом. Так что, ладно. Ну да, какая сейчас ночь. Наконец-то. Этот привкус услуги. Я помню, даже я играл на том же фиде. На том же месте хотел построить себе дом. Ну так как я играл на каркоре. Я умер. Вот это закат. Это гора. Я так помню это место. Это очень круто. Ладно. Хватит кайфовать. Пора
заняться делом. Давайте поставим эту печку наконец-то, а то я тут ничего не делал, только болтал. Смотрю, она такая. Ладно. Два сундука. Один двойной сундук. Да даже два двойных сундука. Два двойных. Я, кстати, еще дверцы скрафтил. Что это такое? Это крылья. Кто ты? На! Чё? Я раньше не давал... Не... Очень... Вдохновлялся моим... Извини... А вот... На тебе! С первого убитого утопленника... Вот, раковина научилась! Это какой должен быть шанс? Пошёл нахрен. Пошёл нахрен. Ты тоже иди нахрен. На тебе, иди ты нахрен. Знаешь, куда ты идёшь? Вот просто нахрен. Нахрен. Дай мне второй раз немножечко. Блин. Ну зато у меня есть первая стрела. Шерсть! Наконец, первая шерсть. Ладно. Ну хотя бы на различные. Так. А тут должен был быть ходить. Нет, тут нет никого. Ну вот тростник я заберу, он в будущем нам понадобится в одной интересной штуковине, которая не один раз мы будем ее использовать. И для ее использования нужен лазурит и опыт. Наверное, вы уже догадываетесь, что это. Идите писать в комментариях, что это такое, блин. Ладно, я пошел добывать камень, потому что тут две одинаковые. Ну, я вам озвучу, почему я хотел бы... различных материалов. Это потому что прикольно, да. Повторюсь, это прикольно так. Прикольно, очень прикольно. А вот крышу я не знаю, из чего сделать. Вот я вообще не знаю. Вот из табличек будет как-то не очень, блин. Блин, это гора, блин. Вот это паркур. Крип! Блин, ну я его смогу забрать только тогда, когда... Ай, пофиг! Пофиг на шелковое... Касание, и мне нужна еда. Блин, что мне делать? У меня есть только... Тростник! Как-то потом грибы соберем. Как-то потом. Сейчас для меня важен тростник. Потому что потом он мне очень пригодится. Её выручит меня. Так, кость мне нужны. И да, мне тоже,
чтобы не помешало. Мне так хочется раскрыть курочку. Ловите рыбки. Есть. Наслаждаться, блин. Курочка, иди сюда. Я тебя шандарахну топором, а тебя шандарахну киркой. Белый цветок. А, нет, это не белый цветок. Это какой? Извини. Ну-ну-ну-ну-ну. Ну, так немного опыта. Для меня важна еда. Какая эти любительства? Еду нужно экономить. Опа-на. Опа-на! Оранжевая кровать у меня будет. Прикольно. Давайте еще и пару цветочков там около дома посадим. Это же блок. Цветок, это же блок. Давайте где-то... Давайте где-то вон визу будем ставить в блоке. Так, цветок, песок, земля. Камень. Доски. Отсюда я могу забрать доски. Как говорит Лоутрек, топор для слабаков. А нафига я его крафтю? Пофиг, блин. Ну, не рубленый. А, нет, нужно два. Нужно два обязательно. Еще один там я возьму. Два. Обязательно два. Что-то там? Что-то? Кто тут? На. Все, я могу сделать кровать. Так, оранжевый. Два графики. Оранжевая. И оранжевая. Все, у меня теперь три оранжевых шерсти. И могу... Досок, блин. Ну, зачесался. И много досок. Я не хочу вдаль уходить, так что давайте... Вот так вот. И вот так. Это и это. Оп. Во! Я отсюда смогу проходить, да? Уникальный забор. Кроватка. Давайте вот эту вот кроватку поставим. Вот сюда. Кстати, я сейчас не хардкор играю, так что я могу умирать. Если я умру, то не судите срока, почему я возродился, мне пишут в комментариях. Ты чё возродился, блин? Ты шо? А, нет, я не могу это сказать. Охренел? И вот по типу таким. Ладно, я сейчас сделаю пол. Кстати, это была первая часть, а тут будет много частей. Потому что я за одну линию не смогу, потому что, ну, как бы, да, не смогу.
Еще не вижу. Завтра идти. Так. Копаем, копаем. Так. Так, нужно спать. Интересно, где я спавнюсь? Здесь. Приятное место. Кстати, я могу потом переселиться, если вам этот дом не понравится. Если вам этот дом не понравится, напишите в комментариях, как его не усовершенствовать. Да, я... Всячески буду уже усовершенствовать свои постройки, которые я тут делаю. Например, присобачу, например, вторую часть я присобачу тут этот второй этаж. Как вам такое? Как вам такое? Как тебе такое, Иван Сас? Тебе такое, Иван Мас? Да иди сюда, блин! Офигеть! Блин, у меня... А чё я... О, наконец-то! Ладно, давайте покушаем. Покушаем, потому что у меня есть еда. Ладно, я не знаю, что мне сейчас поделать. Ну, давайте посмотрим там. Пещеру. Или добудем еды. Это же еще и броня. Ого. А ну иди сюда, броня моя. Спасибо. Хотя бы одну дал. Не знаю. А, ну у меня же есть ростник. Давайте где-то подалеку его посадим. Пещера. Пещера. Да, это, по-моему, ценная пещера. А, нет. Пещерка. Блин, я только в пещерку сошу, и эти звуки меня их преследуют из Java-версии. Блин, я тут... Нет, это... О. Молодец. Погодите. Это по 4 факела. Так. Эй, здесь кто? Железо. Тут, блин, летучие мыши, вы что так меня пугаете? Ну... Это прекрасно. А вот медь. Это еще лучше. Жалко, у меня нет шокового касания. Ну ладно. Одну мечку тут оставлю. Мечку или медики? Блин, я запутался, ладно. А ну здесь как раз и полноценный блок. Блин, ты что мешаешь? Крафтим, давайте. Вот два факела давайте. Нет, 8 факелов. 8 факелов.
чего-то. Ладно, я уже боялся. А давайте продолжать добывать, потому что он нам пригодится не один раз. Да тут все нам пригодится не один раз. Так. Опа. 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 Так. Я уже забыл, как я пишу так. Ну, нормально. Так. Давайте пойдем домой, что ли. Совершенствуем. И по... И крафтим. Угольный блок. Он же... Тоже блоком считает этот... Угольный блок. Так, где он вот? Ну, блин, я не знаю. Может, блок не обработанный меди? Или блок обработанный меди? Блин, какой сложный вопрос! О, как? Вы что там, не охренели? Блин, придется. Придется. Ладно. Угольный блок. Давайте аж стену сделаем из этих блоков. Вот сюда давай. О. Мы пока что собрали 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 блоков. Каждой части мы будем собирать по 10 блоков. Да. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Всем пока. Пока.